Ты. Черный байс, желтый фонтан. Нет, он красный. Он розовый. Он красный. Он фиолетовый. Сколько народу? Кстати, я очень тепло оделась, а сегодня сейчас... А тут 18 градусов. Очень красиво. А я люблю фонтаны. Классно. И пахнет бассейном. Так, ну что, пошли, пойдем. Рыженька, сфоткайте оттуда. Она говорит, тут Дед Мороза нет с подарками. Ну пошли, поищем Деда Мороза. Смотри. Так, я уже отсюда вижу немножко украшения. Пойдем, Женька, иди рядышком. Я хотела тебе показать кафешку с красивыми украшениями. А что ты говоришь, как не русский человек? Потому что я не русский. На шариках висит реклама супермаркетов. Ага. Вообще тепло, но ветер противный. Так что нормально я оделась, ладно. Сейчас застегнусь, будет вообще хорошо. Местная новогодняя локация. Пойдем поближе, Женька. Если честно, я ожидала немножко больше украшений. Немножко. Ну, конкретно больше. Пройдемся, посмотрим. Я хочу в старый город зайти. Женя попросила зайти в магазин Лего. Ну, давай зайдем, дочурка. Очень много народу, много туристов ходит по центру, по Виаспорано, по соседним улицам. Многие спешат домой, несут в руках панзеротти, выполненные на заказ. Мы, кстати, тоже сегодня не будем делать панзеротти, мы заказали панифичу. Я остановилась, сумочки увидела. The bridge. Это, наверное, английские сумки, да? Я такой не знаю. The bridge. Вот тут кафешка. Багетерия. Нет, тут уже закрыто. Это мы с Женькой смотрим, где бы посидеть. Сколько народу гуляет. Так, мы нашли елочки. Ой, я смотрю, там на набережной стоит колесо обозрения. Это, наверное, в районе пляжа Пана Помодоро. Новогоднее царство начинается. Вот здесь. Так, Женька, где мы тебя сфоткаем? О, какая большая красивая елка впереди. Пойдем к ней. Я не знаю, тут, наверное, все кафешки сейчас будут забиты. Я чуть пролезла между этими шариками. Так, идем. Елочка с подарками там внизу, сзади подсветка. Красота. Thank you.
где салют? Задела бутылку ногой. Короче, ну тут основной праздник сегодня. Все пьют и гуляют. Кругом куча мусора. Иностранцы. Нетрезвая молодежь. Вот. В общем, я уже захотела домой. А так все хорошо. А, я думаю, откуда вам музыка доносится? Это на столбах колонки. Елена Миро. Витрина в березках. Улицы пустеют, люди отправляются на рождественский ужин. Мы сейчас с Женькой посидим в кафешке и тоже едем домой. Все кафешки заняты, мест нигде нет, поэтому нам пришлось зайти в Макдональдс. И выбираем себе что-нибудь сладенькое. Да? Ну как оно? Нормально? Ну хорошо. Вот это среднее. Это среднее. Ну, на самом деле она огромная. Женя взяла колу и чизкейк. Я взяла тоже чизкейк и капучинку. Все. Мы сейчас перекусим и побежим. Все, мы едем домой уже. Кстати, столько народу было на станции. Я думала, мы в поезд не влезем. Нормально влезли. И даже сидим. Покажи мне меня. Ну на, смотри на себя. Как конец? Так? Так, у нас уже ужин, и вот это наша панцерротти, которую мы заказали тоже на ужин. И приятного всем аппетита. Мы дома уже, и у нас сейчас был рождественский ужин, предрождественский ужин. Перекусили одно из блюд, кстати, это панцерротти. Я не знаю, во всей ли Италии или только здесь, на юге, в Апулии. Но мы их раньше сами готовили, в этом году не готовили, в этом году мы заказывали, готовые уже. Ну, а остальное меню различается у всех по-разному. Часто готовят морепродукты, рыбу, пасту, то есть все делают по-разному. Все, сейчас уже мы отдыхаем. И совсем скоро, через несколько часов, у нас будет процедура рождения младенца Христа. И потом мы пойдем отдыхать. Подарки уже будем дарить завтра с утра. Вот, кстати, наши подарочки. Сейчас вам покажу. То, что приготовили мы с мужем, вот оно все наверху. Здесь подарок племяннику, Женьке, свекрови и свекру. И у нас были еще подарки. Велосипед большой мы заказывали для Розалии. И заказывали еще для Жени кое-что, несколько небольших подарочков. И вы представляете, оно не дошло. Мы заказывали на Амазоне. И при заказе было написано, что доставка до Рождества. И оно не дошло до Рождества. Вот. Фу-фу-фу, Амазон. Ты плохо себя повел. Не сдержал обещания, скажем так. Мы с Розалией поднялись наверх. Нам нужно сделать ей аэрозоль. Сейчас будем делать ингаляции, потому что она простывшая. Ave Maria Mater.
начало? Итак, мы уже сделали процедуру рождения младенца Иисуса, песенку спели, младенца в люльку положили, а теперь нам пора отдыхать. И на этом я заканчиваю свой очередной влог. Поздравляю всех с Рождеством. Желаю всем счастья, здоровья, любви. И всем большое спасибо за просмотр. И увидимся с вами в новом видео. Чао-чао, тути! Oh, come on,